Туристический маршрут «Золотое кольцо России» получил статус национального проекта. Памятные свидетельства участникам вручили в Императорском зале Большого театра. Торжественное собрание, посвященное 50-летию турмаршрута, прошло сегодня в Москве. Из 8 городов-участников проекта 3 находятся в Ярославской области. На церемонию пригласили их глав. Столицу «Золотого кольца» представил мэр Владимир Слепцов. В Москве сегодня работает моя коллега Марина Смарагдова. Она готова поделиться первыми подробностями по телефону. Ярославу было вручено первое свидетельство как столица Золотого кольца России. В церемонии участвовал министр культуры Владимир Мединский. Он подчеркнул, что с этой поры туристический маршрут «Золотое кольцо России» поднимается на федеральный уровень, будут созданы специальные программы, будут созданы преференции, и оно будет развиваться в новом качестве. Сейчас «Золотое кольцо России» посещает около 5 миллионов человек. Задача, чтобы этот маршрут стал наиболее популярным, и для этого на уровне государства будут приняты все меры.